Привет! Обещаем, после нашей сегодняшней подборки нелепых кадров улыбаться ты будешь шире, чем этот парень. Поехали! У Супермена в тот день, видимо, был выходной. Как все-таки обществу было не сладко до изобретения зеркал заднего вида? Приманка, на которую может клюнуть только очень уставшая рыба. Если Хикки выбрался в люди, это еще не значит, что он намерен с ними контактировать. Все-таки раньше у Волан-де-Морта со стилем было получше. Ничего не помешает настоящему рейсеру дойти до финиша. Неизвестно, что он такого сделал, но карма его, похоже, не щадит. Уроки, которые мы извлекли из этого видео. Во-первых, безвыходных ситуаций не бывает. Во-вторых, лучше уж занизить ожидания с самого начала, чем завысить их. Бывает такая помощь, от которой и правда лучше отказаться. Вот какой удар в гольфе называют сокрушительным. Если ты никогда не был на месте этих двоих, задумайся, а было ли у тебя детство? Желаем провести тебе сегодняшний вечер плодотворнее, чем этот приятель. Yeah.
Самое наглядное видео про то, как работает закон бумеранга. И еще одно. Вряд ли эти подружки планировали так провести свое время, когда отправлялись отдохнуть на природе. Here he comes. Oh, thank you. Hey! Сейчас поймешь, что парень пришел в Беттеры прямиком из футбольной лиги. Их малыш еще даже не родился, но уже претендует на звание самого коварного младенца в истории. Девушкам на заметку, над чьим приглашением потанцевать не стоит даже раздумывать. Судя по состоянию сиденья, это далеко не первая его попытка выпить кофе. Помнишь ту пару с гендер-пати? Похоже, у них все-таки родилась девочка. Паузы для перекуса сегодня еще не было. Приятного аппетита! Объявляем перерыв на стакан прохладительного напитка.
since my last one didn't make the cut. Caramel syrup. Ice cube. I won't even bet. Ходят слухи, что больше ее никто не видел. Новая фобия для всех любителей потренироваться в зале. С таким экзотическим топпингом она мороженое явно не заказывала. So we are gonna probably take a walk along the beach, might do a little bit of like sandcastle building. Oh Jesus Christ, I don't know. I own it. Этого парня, кстати, тоже до сих пор ищут. И мы, если что, про того, что сверху. Lah engkau denganku hiter, dengarkanlah nenek. Жаль, в этом автомате нет шкалы уровня смекалки. Чувак бы и тут выбил рекорд. Надо отдать чуваку должное. С так-то он, тем не менее, не сбился. Дома его ждет разговор о расстановке приоритетов. Всего одна деталь может сделать любое интервью красочней. Полностью прочувствовать боль этой девушки смогут только собачники. А говорят, утро добрым не бывает. В этом ролике оно как минимум у двоих уж точно удалось. Samantha, wake up. Samantha, I got your little present, baby. Wake up, baby, wake up. Ну как, зафиксировал на лице улыбку? Ставь лайк, чтобы поднять настроение и нам, и не пропадай надолго. До скорого! Если вы смотрите это, значит, вы уже нарушили секретность протоколов фонда SCP. Оставайтесь на месте. За вами выехала команда зачистки. Можете пока ознакомиться с историями людей, которым повезло столкнуться с самыми аномальными объектами SCP. Все равно после прибытия сотрудников фонда вы будете обработаны амнезиаком класса А и все забудете. Эта запись самоуничтожится через 3, 2, 1.